Connected. Server group assigned. Channel switched. 22.20. Здравствуйте, Билайн. Ты слабый. Я сильный, Билайн слабый. Звони им завтра. Связывай их. Да, придется. Блин, я бы еще две штуки добыл. Эх ты. А мы медведи так и не узнали это. Не, я-то играю. Чё? Я-то играю. Да-да. Да? Мы теперь не можем к тебе. Почему мы не можем? Я сколько раз пробовал, ни разу не смог. Ну попробуйте еще, вдруг. Вдруг! А мне кажется, просто Fuse Game не надо нажимать, да? Я не знаю. Да нет, там где-то 15 секунд, потом всех дропает. Да, ты не сможешь ничего делать. Если я ничего сделать не смогу. Какой это гейм? Альдабаться только, пока я не переподключусь. Так, кстати, да, надо будет попробовать, да? Да. Я же вообще забыл про это. Доходит до пятой, оп, альтап туда-сюда. Хоп-хоп, типа а там я и вернусь. АФК что ли, альтап или что-то? Ну, альтап, и он тебя реконнектит назад, короче. Ну или таймер заново начинается хотя бы. Завтра надо будет потестить. Завтра страшный. Страшный, да. Ах. Попробуйте перезайти ко мне. Я попробую. Я питаюсь. Дверь живой еще, что ли? А что, можно не перезайти, что ли? Можно. Я ни разу не перезаходил еще. Не пускает. Куда интернет слабый просто. Интернет-то сильный, блядь, но нестабильный нихуя. Я, у меня не получится уже. Quit game. А если я сделал, ну я альтап-то уже делал, да? Ай, мне же надо убить медведей с 300-го калибра. Не менее чем на 18 очков. Угу. Ой-ой-ой. Не получается, не получается. Ну и сколько там было? 238, 237. А я почти двоих добыл еще. Эх. Тебе надо еще двоих убить? Да потому что подстрелил, нет, я подстрелил два лося самца. Бля. Ну, придется мне очень грубо разговаривать с Билайном завтра. На повышенных тонах. Да будем или мне соло создавать? Ну, давайте я пересоздам. На какую карту? Давайте уже на другую. Благородных. Да, давайте на другую, надоело. О, гном стримить пошел. А кто-то не знает, кто такой гном. Я не знаю, кто такой гном. 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 Что стримит там хоть? Этот? Хардстоун? Вон тот, что ли? Вон тот? Да, который... да, вон тот. А, я знаю его. Ну вот. А говоришь, я гнома не знаю. Так, значит, куда идем? Пусть Гена выбирает, а что? Да, Гена давай, выбирает? Гена, выбирай, куда я идем. Я не знаю, что есть. Есть только остров. Не новую карту, не пойду на новую, дурацкая. Может, на осеннюю тогда? Надоело. Как вам осенняя? Осенняя, там, где все желтая будет? Оранжевая, да. Я пошел на оранжевую. Но есть нет. Болото, Settler Creeks, Logger's Point, остров этот. Остров есть, да. Ну вот там, где мы были. А там был на острове? Да, наверное. Он ужасно. Ну так, там трудно охотиться. Тогда что, осеннюю? Самую первую. Не, самую первую это говно. Почему говно? Давай новую уже, раз никто не выбирает. Ну я уже осеннюю создал. Ну все тогда осенняя.
разницы. Там лисы есть, да, значит? Да, там есть лисы, и там благородные есть. Мне благородных Если 50 убьете отдадим. гусей, 5 штук мне, пожалуйста, не подбирайте. Хорошо. Дайте мне их, я сам подберу, и все нормально будет. У меня один зритель. А лис будешь ты подбирать, да? Я так понял. Лис буду я подбирать. Хорош. Так что берите с собой пистолеты. Как только увидите лису, сразу с пистолета и говорите: я здесь. Только метко надо говорить. А я, пожалуй, пойду гусей бахну тебе. Наверное. Я Было бы возьму неплохо, с конечно. собой двухстволочку. А что, можно уже это? Да, можно. Дальномер, бинокль. Пару А я не манков. вижу его пока. Я не вижу его. Ну, я вот уже А фаст-тревел вот. туда-сюда, все готово. Вот он появился. Возьму 357-й. Так, вы гусей убейте, не подбирайте. Я на другой этой под... Колесо, Чего на гусей идем? косулю. А Ну, вы я не 5 подбирайте. гусей всего лишь убью, и все. 30.06. А потом я перезайду. Ну как перезайду? Ну вы поняли. Не поняли. Зайду на базу, возьму нормальные стволы и пойду благородных не любить. А. Так возьми сразу и Благородных. все. И кабанчик, да? Чего говоришь? Меня на гусей, подожди, тоже хочу гусей. А я пока побегу туда потихоньку. Гуси, гуси, гуси. А кто-то пойдет на приманку, наверное, да? Нет. Нет? Я пойду туда искать лис. И благородных, конечно же. Как благородных по пути найдутся лисы и буду убивать. Всех убивать. Короче, я буду всех. Мне надо еще 11 скиллов всего-то. Еще 11? Я думал, тебе там еще 5-7 надо. Ага. Ну, 11 так Так. 11. Что такое сюда мы ложим? 11 не так много. Японца мы О. взяли. Пулька Рой, пистолетик. рой дир. Знаете таких рой дир? Так, тут. Вот эта карта небольшая, кстати. И что? Ее можно восьмером. Блять, там сток сена, я думал, это такой кабан огромный, блять. Ее можно восьмером всю зачистить. Выставить человека 4 вдоль реки. Человека 4 будут загонять всех туда. Арбалет взял, пистолет взял, взял. Пульки взял. Пульки на эту херню взял. Пульки на пистолет взял. Арбалет, стрелы взял. Пучку взял, все взял. Все пушки не лазит все равно. Три пушки не влазят. Где? Смысле? Не, ну много патронов, да, не получится. Так, по десяточке на каждое ружье можно взять. Ружье, помповик, пистолет, арбалет и все. Нет, что-то дохуя. И на все эти пушки по 30 патронов, и у меня 96 этих процентов. Еще бинокль, аптечку, припасы, два прицела. Припасы можешь не брать. Два прицела и все. И места нет. Не, ну это нормально. Он тут такой сидит, чё? А чё у него вообще там? Один пистолет и 30 патронов, все. Больше не влазит. Пистолет без патронов и все, больше не влазит. Этот маленький, 22-й, блядь. Да нет, там влазит винтовка, это пистолет. Там Пистолет, достаточно. арбалет мне все равно нафиг не нужен, столько не буду пользоваться. Пули все. Один, два, три, по три Бля, я штук. спугнул. Как так, нахуй? Ладно, не важно. Я спугнул. Ты чё, бежишь? А, блядь. Ой, я бегу. Я в черном Пиздец, состоянии бегу. ёбаный в рот, блядь. Сказал бы хоть что-нибудь.
Ну как бы видишь, я, блядь, жопу прижал к земле и Я крадусь. свернутый был, откуда я знаю. Какой ты короче, блядь. Охотник. О, дай я хоть это подстрелю. Бля. А, не, все нормально у меня есть. Это за кого? Там косуля. Бля, лежа не получается стрелять. Блять, кто-то еще в майл пишет. Да там, о, здоров. Будешь не ошмалять, или их там две вообще, не пойму. Одна, но она к нам идет, сейчас придет. Маляй меня отсюда. Меня спрашивают, есть какой-нибудь бизнес-проект? Что? Бизнес-проект у меня есть какой-нибудь? Зачем? Я не ебу, блять. Куда Готов деньги стрелять? Можно вложить? Маляй. Я шмальну, если сейчас не шмальнешь. Сейчас шмальну что-то. Лайфстиллер? Она явно такого не переживет. Две пули почти одновременно, прикинь, у нее чпок-чпок. Такого калибрейша. Мне кажется, я ее добил, ты ее не убил. Ну да. Но ты еще вживую стрелял. И мой шум намного сильнее, чем твой. Да, это точка моя. Куда я попал? Тело, там и там. Угу. У нас добыча 11. Кажется, от нее ничего не осталось. Ага. Пять гусей, говоришь, тебе надо, да? О, фазан. О, можно я фазанов стреляю? Вот мой первый фазан. Ну, увидишь, стреляй. Ничего себе, есть фазаны еще. Он прямо фазан. Сидит, фазан. Далеко? Да, далеко. Ну, тут бежать можно до него. Насколько я помню, они не пугливые. А, они могут начать сваливать. Замочу. Можешь посвистеть, он полетит. Тут лазерных указок нету? Нету. А чё так печально? Зачем тебе лазерная указка? Пугать их. Свистни, он напугается. Как свистеть? F. Это уже 61 левел, уже 62. Угу. Фазанчика выбил. Этих фазанчиков это просто пиздец. О, граунд, тебе не засчитали, что она взлетела. Мы с ней это считали. Ну, видишь, Г написано у тебя по очкам. Это значит, типа на земле еще она была. Г. Она же взлетела уже почти. Ну, не долетела. Да взлетала. Вон, я вижу еще одну. Я хочу пистолет на арбалет. Вон косуля убежала слева на холмик. Ну
ты говнюк. Пойду все тоже птичку найду. Вот, видишь, у меня А написано, значит Air. А успел взлететь. Вон там фазан, вон там. Ну, тут там, вон там? Да, 177 метров. Вон там. Я отметил его. Иди, блядь. Не, где вон там я видел. А, ты этого вон включаешь, он просто еще один сидит. Вон там, вон там. И ты что, пошел за ним? Ой, дурак. Ты их можешь на земле стрелять. Я знаю, это же неинтересно. Зато ты еще третий левел можно взять. Не попал? Не. Лол. Пиздец, блядь, стрелок, ебать, ты, блядь, еще бы на 250 метров отошел от меня. Иди подбирай. Со 100 метров с дроби стреляет, блядь. Смешно. Мне, кстати, всего 25 пулек осталось. Я больше с вами не пил. Слабый, у меня 120 еще с собой. Ну ладно, меньше. Я 3 уже выстрелил. Ну-ка, быстро в домик забегай. Я все дрит с собой взял. Вон те могут сагриться. О, я его убил. Да. Как в домик забежать? Е зажми. Так, я миссию выполнил. Убить фазана в полете. Походу. О, еще косяк. Ладно, эти не сагрились, можете. Я 25 пулек, думаю, да, жопа хватит. Поцелить летящую самку. Уебать, смотри сколько. Сегодня точно нам повезет. Ну как раз когда я пули не взял, нам повезет. Да. О, к нам уже летят. Пятеро уже летит к нам. Как я его не взял, да, ничего себе. Ой, еще летят. Вот эти готов стрелять? Да. Не, подожди, рано. Вот сейчас. Блядь, нахуй я перезаряжаю. Пятеро, готово. Можешь собирать. Вы тоже падает или летит, я не понимаю? Все уже. Почему так плавно летит? Пизда, один застрял, блять, надо еще одного. Один застрял, короче, четверо пока. Как бы, в воздухе застрял. Как бы пятеро, но, блять, четверо. Ты его достать сможешь? Может, я шмальну в него, он упадет? Нет, нет, все, он уже не считается никак. Его там нет, по идее. После этого охота не глючная? Ну, с птицами глючит, пиздец. Ты еще на уток не охотился, пиздец, там вообще творится, блядь, хуйня так. А это кто? Это гуси. Утки меньше раза в 4. Как фазаны? Как самки фазанов, короче, такие утки. Только крылья побольше. А вон он же упал. Что ты обманываешь? Не собирай только. Ага. Вот, получается, 4 лежит вот. Да? Подожди, еще посчитаю, сколько здесь. Один, два, три штуки лежит, да? И там один еще, да? Да тут один. А там один и застрял, на... блядь. Его поднимать можно, интересно? Не надо, не надо, ты не надо поднимать. У нас там есть один подниматель пингвинов. Пусть лежат, потом подниму. Они пропадут. Они исчезнут, минут через 20 минут. Ага. Ага.
Мне так кажется. Что сказал он там? Они пропадают. Давай от того и заработать хоть шмальну. Не надо. Сейчас приду, добью вот этого. Но он объектом не считается. Добью. Дальномерно он его не агрится. Он летает, он падает, смотри. Не надо прицелом целился. Он не спускается у меня. Ого, 4 убили, да? Да, пока 4. Еще давайте мне одного. Ты прицел наведи на него, он у меня вот внизу, он у меня на земле лежит. Он у меня на земле лежит. Вон. Да все, он упал. Как да, бы. Пятый. Как бы упал, но как бы не упал. Короче. Канадская казарка, самка, опознается. Опознается, значит живая. Да? Да. Валите ее. Нет, серьезно опознается? Поднять нельзя. Она опознается, она живая. Бля. Валите ее бесшумным ее. Может я с лука ее шмальну? Ты видишь ее? Да. Ты Ой. Убил ее? Она исчезла. То есть ее разорвала на кусочки. А где она? Хуй знает теперь. Теперь поднимать можно. В смысле поднять можно? Блять, в прямом. Ты ее поднял? Нет, не поднимай. Ну, на нее срабатывает эта хуйня. Так у меня ее нету, понимаешь? У меня тоже ее нет, забей, но ее можно поднять. Это следы, вот они срабатывают. Нет, нет. Канадская бежит. Какого хера она бежит вообще? Хуй знает. Короче, приходи скорей, мы лагаем. Я иду, иду. Я, короче, кого-то убил здесь. Жестко-то. Это я ее убила на это, прям разорвала ее на кусочки, показала мне. Я иду. Не, у меня вроде, у меня все с интернетом нормально теперь. Ну, пока еще попробуем заманить. Я уже бегу. Определяется? Лёш... А? Хуйня какая-то. А что именно в пистолете написано, видишь? Что написано? Вот здесь вот снизу, видишь? Там, где переклад начинается. Это надпись. Почитай из бинокля. Супер X15 Шут. Что-то там. Даррел. Номер. Ух! Жесть, читается, что ли? Да. Для меня главное не читабельно, а тебе без бинокля читабельно. У меня графон лучше. Достань свои такую же. У меня нет такого, что у меня вот такой есть. А у тебя где надпись? У меня нет надписи. Ты двухстволка что ли все? Да. Нахера мне помповик-то? Почему бы и нет? Я с него уже всех настрелял, а с двухстволки нет. Лагает, что ли, не пойму. Ой, мне агент пишет. Господи, я испугался. Этому агенту от меня надо. Прикинь, да, все, больше нет, 5 гусей убили, хватит. Блядь, что ты больше не заказал, нет? Они так далеко там летят. Мне кажется, из-за того, что их поднять надо. Они боятся просто. Никто не боится. О, давай, знаешь... давай шмальнем его. Не, не надо. Знаешь, сколько я убивал здесь гусей? Я по 40 гусей в соло убивал за одну охоту. Просто как нефиг делать. О, я тебя вижу, смотри. Меня? Видишь меня в прицеле в себе? Вот ты. Ты. Ага. В моем прицеле. А у тебя тоже прицел какой-то из таких из кубиков состоит? Ну так. Скажи мне. Скажи мне его. Вот иди от стенки, бля. Блять, как мне. Я не вижу. Мне нужно с того боку подойти.
Ну же сзади тебя подойти его. Давай, все, стой. Да, я тоже из кубиков. О, я убил. Снова я убил. Я там одного убил только. Ты убил. Сейчас. Что-то сейчас тут поднимется, нет, который плавно-плавно опускался. Не знаю, еще посмотрим. Он живой, походу, еще. Ты поднял того, да? Он живой, что ли? Вы говорили 4, сколько я поднял? 3. Ну вон он лежит. Бля, может, вы говорили, не лежит. 5, да? Скажите, может, мне, где? Ты вот этого поднял? Может, просто мы его только видим? Да, да, он, короче, но я след вижу сдалека, он не поднимается. Не поднимается? Может, он живой? Так вы же 5 обещали. А, он живой, он живой. Стреляй. Моляй его. Стреляй ты. Ебать, он улетел. Он летит, смотрите. Чё за нахер, он улетает? Нет, никто не улетает. Вон он. Стреляй еще. Куда стрелять? Он улетел у меня на самого небес. Я чуть не будет. А, ну пошли затем. Тот, по-моему, умер. Таким же, блядь, таким. Бля, это его же след, прикинь. Вы что, не видели, как он поднялся? Нет. А у меня он поднялся, прям исчез там в облаках. Вот где-то здесь, короче, либо гусь, либо след, я хер его знает. Вот по идее, вот здесь. Вот я вижу след. След? Да, вот здесь, а гуся? Это его след. Вообще. Вот здесь вот гусь. Вот здесь. Должен быть, вот здесь. Второй левел трекинга на гусь. Где гусь? Бля! Короче, сколько ты добыл? А, обманули меня. Сколько? 3 всего лишь поднял. Бля, я 5 убил. Ну мы вдвоем. Там был, ну, сука, он, короче, улетел, нас наебал. Всех, блядь. Говорю, лагает что-то. Ты еще дважды в него стрелял. Он живой, он живой. Сука, зомби, блядь. Ладно. Что делать теперь? Ждать с вами? Ну да, давай. Нет, я тут на гусей ничего. Ничего страшного, у нас гусей нет. Пистолет, аж маляй. Да, да, можно. Можно с пистолета. Блять, попробуй попади с пистолета в гусей. А, у тебя один выстрел, да, так? Я с этого буду их. Ага. С этого нельзя. Наверняка там будут лететь бану. Я могу вообще с арбалета по нему шпукнуть? Можно. Вай-вай. Проткнул меня своим ружьем. Так 5 же гусей упало, правильно? Никто же не улетел. Ну, 2, 1. Ну, я 3 поднял. Никто не. Потому что один план, одного я на кусочки разорвал, другой у меня в небеса улетел. Какие у вас дурацкие футболки? Да, ну классно. Вот манок круче. Такой синий. Красивый. Ковбой пришел в шляпе. Давайте с пистолетов их стрелять. Ну давайте. У всех есть нормально, убейте еще двух. Да, изи вообще с пистолета убьем. Сейчас я посмотрю, можно я с пистолета убивать. Просто некого убивать-то. Ну. Как он называется? Canadian Goose. Его нельзя убивать с пистолета. А я же говорил. Пиздец, обида. А раньше можно было. Ну ладно, назад переключаемся. На длинную штучку с пульками и с прицелом.
О, я прям обойму у тебя в руке видел. Да. У меня вот такая без обоймы. И такая без обоймы. Гусик где? Отдай гусей. Вах. Сейчас прилетят. Чувствую. Вот уже и летят. Чувствуете, как они летят? Пу-пу-пу-пу-пу. С Алисами надо было на новую карту идти. Да. Да ладно, Алиса не такое. Или сняли. Где? Это все из-за гены. Почему из-за меня? Хотя нет, гены. Это все из-за тебя. Давай его в трудать тратечу. И давай я ему в ухо с этой штуки долбану. А я с этой. У него уши квадратные, смотри, и глаз нет. Глаза есть. Они каменные какие-то у него. Гуси и свинья. Вон свинья. Я свинью убью. Гусь свинья не товарищ. Не стреляй. Можно? Нет. Гуси прям над нами. Где? Прям над нами. Есть! Снижаются. Готовимся. Я не вижу. Готовимся. Готовьтесь. Когда можно стрелять? Вот усилий стрелять. Садитесь все. Сядь. Я сел. Рано, рано, рано. Они не к нам летят. Можно? Не, хуйня, сейчас они будут. Короче, надо делать. Прямо сейчас. О. Один испарился. Все, тех оставь, тех оставь. Ну все, иди. По-любому. Ой-ой-ой. По-любому дофига убили. Четыре убили, да. Точно хватит мне. О, мне. Ой, это мне. И это мне. Да тебе два моих. Один вот этот твой сейчас будет. А так, подождите, меня. Следующая миссия, чё? Давай, бери следующую миссию. А у кого-то тоже миссия так-то? У меня? Да, какая-то на гусе есть. Нес, 20-й полуавтомат надо. На, сингл шот шотган. Это потом, я не буду это делать. Ненавижу гусей. Ну, ты их всех собери тогда, раз ты там. А где остальные гуси? Вот один прям ты на нем стоишь, а один дальше там. Опять дождик пошел. В этом нет. В этого три раза попали. Четыре раза попали. Три раза Рома и один раз Гена. Ну все, пошли вы, короче. Нормально. Ну все, мне гуси не нужны. У нас это Вольтаби стоит. Точно знаю. Да? Что случилось? Дождь пошел. Я пошел на благородных. Я тоже на благородных пойду. Кто-то стреляет просто так. Давай забаним. Почему просто так? Я в тебя стреляю? Попадаешь? Нельзя стрелять. Да чисто в тебя стреляю. Тебе дроп не долетает. Я терминатор, я не умираю. Да дождь, какие гусы в дождь. У меня просто одна минута еще ДТП. Да много, наверное.
Ладно, пойду благородных. Один. Одна минута. И без разницы хоть кого. Гена бинокль в зубы и бежит, блядь. Биноклем. Нормально. Зато видно все, да? Ну да. Ну давай. 0 минут до тревелов. КД тревелов 30 минут, блядь. Наги бы такой сделали. О, еще гуси. Да. Где гуси? Вот надо мной. Не бегай, ляж там где-нибудь тихонько. Кого ляж? Ох, вот мы с Геной промокли, да? Футболка. Не летят к нам? Нет. Ой-ой-ой. Никуда? Что ты, блядь, делаешь? А что, нельзя ли стрелять, что ли? Нет. Они ничего не активные, пока не да. летят на нас? Да ну нафиг, нечестно же. А, думаешь, нахуя мы их маним, блядь? Так я знаю. Просто так, блядь, тут нехуй делать. Да пошел, ты же там кто-то забежал. Убеги. Все, я вообще вот так сделал и все. Значит, берем с собой. С чего бы их пострелять-то? Я даже не знаю. Вот эту, пожалуй, давно с ней не стрелял. О, тип подключился. Так, возьмем с собой. Вот это, пожалуй. Почему нет? И вот это, пожалуй, почему нет? Теперь дальномер, бинокль. Благородные лисы, косули, свиньи, да? Здесь нет таких. Благородные лисы, косули. Маску. И патроны. Еще там. Мне нужно самку фазанчика убить. Вот эти. Так, ну... надо бы какой-то вышки пойти. А, вон есть. О, нифига, он тоже в гиле наполовину. У него премиумная винтовка с 12-м калибром. 12-м прицелом 12-кратно. Хайгард гол. Каким калибром? 12-кратная оптика у него на премиум винтовке. И у него половина гили костюма. Понятно. А ты кто такой? Да, блядь, почему он бегает меня? Все, я пошел. Вот я и говорю, половину гили можно использовать, половину нет. Нифига себе. Hunter Score 7. Проклятый задрот. Донатер. Вот они, донатеры. Какой у меня Hunter Score и какой у него Hunter Score? Какой у тебя Hunter Score? У меня 1003, а у него 7. Ты типа тут левел и это шмотки, типа это взаимосвязано, да? Ну типа тебе нет смысла творить хуйню, блядь, вначале. Почему у него половина гили костюма? И почему он бегает, блядь? И почему он в гиле на осенней карте? Он что, долбоёб? Ладно, пусть немного вопросов слишком. Хотя тут можно бежать. Так, чё это? Зато у нас чего один не... калибр с ним. Чего я не могу одного фазона найти? И одного. А, иди в сторону приманки. На кабанов. Это дикие лаги. Дикие лаги. Что-то не то. Не знаю, у меня вроде все ровно идет. Я, наверное, сигнар нетом. Интранетом. 3D Mark 11 демо нагибатор 228 играет. Ой,
Что такое? Вообще, что такое? Видюшку, наверное, новую купил. А 3D Mark — это бенчмарк на производительность компа. Че он за мной идет? Я нихуя понять не могу. Что ты за мной идешь? Что тебе надо? Джухион какой-то. Я не знаю, как прочитать его ник. Будь Джухионом. Почему он 7-й левел и купил премиум пуш? Это как Гена, наверное. Мысли, я куплю премиум пушку. И поебать вообще. Так и не купил. Не, я был бы сейчас, в принципе, тоже 7-м левелом был бы, если бы. Ты бы за 3 дня бы себе 61-го не набузил. Я бы тоже был бы 7-м. Если бы не хотел кобуру. Я все равно был бы 370. Я ничего не хотел, просто стал 370. Ну ладно. Тут... Ай! Может его со скалы сбросить, блядь? Теперь-то тут так нельзя ходить, как я раньше ходил. Надо аккуратно. И что делать? Он идет за мной. Я хочу убить этого благородного. Скажи ему уходи. Забаниваю еще что-то пишу. Не, и так никто, блядь, не охотится. Потому что охота говно. Нет. Сколько на охоту денег потратил? Офигеть, 1 600 7 5 баксов. Зачем за арбалет купил? А? Арбалет зачем купил? Не знаю. А я там в доте шмотки какие-то продал, да купил его. Чисто дотанские шмотки. А я сейчас 10 баксов оставлю. А, лицензию, наверное. 5 баксов на арбузе и куплю себе какую-то пушечку. Годовую что-то, наверное, нет. Наверное, нет. Смотри, конечно. Видите, он меня хвалит за выстрел, а вы нет. Да нище тупое, распугал всех. У нас с ним один калибр. У обоих 9 сантиметров, что ли? Да, 9,3 на 6,2. Или 9 на двоих. Не, у каждого по 9. Пишите на Искор. Ты у меня фото. Это мы ему будем писать. Фотоаппаратом. Со своим аппаратом тебя еще и фотки 9-мм. Да. Это походу нуб какой-то вообще, пиздец. С премиумной пушкой? Нуб с премиумной пушкой? А чё, да. Деньги есть? Ну, по сути, 2000 тенге это для нас, в принципе, скажем, можно пиво попить. А той же в Москве этих 400 рублей, ты даже хлеба не купишь. Ну да. Если даже он тупо с Москвы там и получает нормально, это ему закинуть, даже на пиво не хватит. Да и доллар у нас постоянно дорожает, блядь, и дорожает, надоело уже. Не говори. Опять обещаю. Скоро по 250 будет, блядь. Пиздят, это фигня. Мои начальники пока не пугаются, значит, пиздобольство. А вдруг они у тебя слоупоки? Не. Нет? В прошлый раз они денег подняли до хуя, они за неделю эту фигню узнали до этого момента.
Но ты нас предупреждай сейчас. Там тоже случай целый месяц шли, 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 шли. Это какая-то хуйня, 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 хуйня. Кто-то такие, не-не, не хуйня. И как давай все бабки вложили на закуп, чего у них там было по той цене, по которой еще купили. И можно было купить. А через неделю все вдвое дороже уже, би-би-би. А хули деньги обесценились, блять, хоть вдвое дороже. Толку-то с этого. Скоро, блядь, фантики из-под конфет будут дороже, блядь. Или как в этом Fallout'е, пивные крышки будем потом юзать вместо денег. Тут два самца было. Оба жирных таких. Только что-то они бегали. Тут, наверное, Кайрат их пугал, да? Ты их пугал тут час назад? Да, пугал. Двух самцов жирных спугнул. Одного жирного спугнул. Там два следа. Еще один был. Этот был жирный. Это вы со своими гусями там. Говорю, сейчас, поторопился. Но они были не очень гуси. Совсем. Мы не знали, что с ними делать. Так. Ну что-то тут никого нет. О, заебись. Он свистит. Тоже могу. Хорош, чё сказать-то. Где твои манки? Ты натер. Мои? Нет. Донатят, да не в то, что надо. Ну я все манки с собой таскать не смогу, смысл нет манков. Да не надо таскать. Взял там, кто на карте есть, и все. Да нафиг эти их покупать еще делать? Потов-то нет под них. Ты че, чем-то емов тратить, блядь? Слышу лесу. Стреляй. Не из чего. Пистолет. Лень перезаряжать. Мелкая дробь пойдет? Нет, красные пули надо. Че тебе пистолет-то перезаряжать? Во. Не он подбирай ее, не подбирай ее. Он состерил мою лесу. Не блядь. Подбирай ее. А, еще одна убежала, две подошли. А я на какой-то стреляет дурацкая. Что за пистолет? Надо перезарядить этот урок проклятый или как. Нарисуй, он нарисуй. Херню. Что это вообще? Ну не знаю, будет или нет, что-то. Ну, ты нарисуй, я разберусь. А я в лесу просто, это я фиг здесь найду. Да, я вообще шел за благородный. Еще одна лиса. Давай, еще одну. А стрелял бы я с двух ствола, можно было бы и ту забрать. Ай, обида. Ладно, не страшно. Что она так затупила? Стала вторая. Я думал, сейчас. О, нет. О, нет, жаль. Обычно они быстро сваливают, а это что-то... 12-кратная оптика. На премиум пушки.
В Гиле, Питер. Ты самое блатное выпил. Кстати, мне надо было тоже 12 зарядную оптику покупать, ты понял что? Нахера она тебе нужна? Ну зачем маленькая оптика? Она дурацкая, эта оптика 12. Ну как дурацкая, она... С нее тяжело стрелять на близкие дистанции. Но я все равно на своей сразу вытручиваю на максимально. Я еще ни разу не уменьшал ее. Ну и зря. В бинокль посмотрел, увидел кого-нибудь, переключился, на прицел нажал, у тебя в той же точке и прицел уже стоит. И тут же олень стоит. И ничего выискивать не надо. Этот ЛС проклятый не видит нихуя. А я чемпион. Я ему написал, если видишь, если можешь, давай делай. Он не смог, не сделал. Так, я с благородного след не могу найти. Дальше. Так, а где моя лиса там, говоришь? Далеко это что? Сколько это? Миля тебе. Nice score. Правильно? Первый был 90. 97, да? Самочка. А куда она могла пойти? Я его задоминировал. Своим левелом задавил. Он не сделал ни одного выстрела или вно. Он думал, что я ему всех отдам. Он так будет за мной ходить и благородных отстреливать. Хер ему. А не благородных. Правильно? Вызываю. С премиумной пушкой тут пришел седьмой левел. Пошел. Еще бы с этим помповиком пришел. Royal Edition. Да, да. За 5 штук? Да. За 25 баксов что ли? За. Ой, за 50 баксов. За 50, да. Олень убежал. Стреляй? Какой-то. Не, он убежал. А ты стреляй. Лиса 0.10. Неинтересно. Прокинься ровно 10. Не, не где-то 5, 7. 6. Чё? 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 Фазана? Хера себе. Беги, фазанчик, беги! Есть побольше калибр? Это слишком мелкий для фазанов. Ты его не убьешь такого. Вот именно что в него не попал. Потому что в них надо стрелять мелкой дробью. Так я пистолет твой конченый взял. На лесу. И что? Ну я думал, это мой кабанчик. И выглядывает. Что? Ты за кабанчик нашел. Ты не отличил кабанчика от фазана? Не. Тут кроме нас никого нет, можешь не писать. Нища. Я тебе это написал. Эх, ладно, где это? Ага. Вот оно. Мы сегодня играли две игры в доту, в одной ты ливнул, а в другой что произошло? Я ливнул? Да. Во второй я затащил вайпер. А, вайпер, точно. Ну, смотри, он меня лесом хотел снова назвать. Это когда я на кунке всех убивал, да? Нет, это когда я на месте стоял, меня все били и убить не могли. Я и ЦМ-ку убил, и скелета дважды убил потом. Потому что это вайпер, он такой. Ты бы он еще стан кинул бы, и это, блядь, и не убил бы меня.
Я вообще люблю вайперов танка собирать. Там сам по себе есть запасивки танк. И там все по 50 съешь уже. Нет, мне нравится его прям танка-танка собирать. ТПТ, Вангвард, Тараска. Какая-нибудь Манта или Саша Яша. БКБ и все. Ты стоишь, тебя бьют пятеро, 55 умирают. Ты говоришь, что? Идешь ломать трон. Не, кстати, хера вайпера убьешь, ты бьешь с той же мантой, чувствуешь, как они это... Ульта, три тычки, и там скелета нет. Просто надо фокусить его чем-нибудь. Хекс скинул ему, и все, у него ничего не работает, и его запиздил, как ребенка. А Хекс они кидали в меня какого-то хера. Потому что вайпер с мантой стоял, его не хексуется, все. А кунку зачем хексовать? Ты петушком побегал. Ко-ко-ко. Только я хрюшка бегал. Раз ты же не было. Я убил трех благородных. Мне осталось убить где-то 50. 48, ладно. Я уже обыскал всю местность, где были мои благородные. Обычно. Я хочу гили теперь. Что делать? Два типа в гили ко мне уже пришло. И дразнили меня. Есть два варианта. Так. Либо заработать и купить зарплату. Так. Либо пойти вот отсосать у кого-нибудь под столом. И так. Тебе купят. Блять, ага. Второй вариант вообще говно. А первый вариант я делаю, но мне не нравится. Плохо делаешь. Не, нормально дело. Может это, интернешнл выиграть. Не знаю, я вот на работе, допустим, это. У нас ламинаторы было за 17 штук лишних. Лишних. Ну, в смысле, как он лишний, там, короче, дважды распечатали бумажку еще до нас, и дважды его якобы послали на реорганизацию. Так. То есть его на эту реорганизацию дважды выписывали. Один так. Раз отдали, а второй раз не отдавали. Он лежал у меня на складе. Так. Спрашивают, есть? Я говорю, нету. Точно так. Нету? Нету. Пришли, пересчитали. Нету. Ладно. Потом я сам даже не знал. Меня там через месяц пересчитывали, короче, один лишний. Один просто отдельно лежал. Я сам об этом не знал. Ну ладно, глянули, короче, сериали лишний чей. Ну пойдет. За меня штуку спихнули, деньги забрали. Ну, на складе-то. Но у меня нет склада, блядь. Хотя... Мы еще целый месяц ждали это. Его купили. А я иду за благородным. А вы идете за благородным? Я иду. Не знаю, я каждую неделю там шаурму жрал. Бесплатно. Дважды в месяц шашлыки. Не на свои деньги. Рена тоже идет близко ко мне, я боюсь. Не на свои деньги. Рена, там где-то лиса должна быть. Глянь. И только не бери ее. Там это нет, где? Нет, она не мертвая, она живая лиса. А-а-а. Я напугал ее, она убежала оттуда. Он ее так напугал, что она так убежала. Ты видел, какая здесь местность вообще? Можно разве лесу найти? Так, моего благородного надо так-то найти, самку эту. Я ее подстрелил-то, а и... Готовьтесь писать на Искор. Он огромный. Они так прикольно дохнут.
Ту-ту-ту-тру-ту-ту. Так, куда она могла? Я опять больше всех Могла. убил. Я сейчас Да, никого она не могла. убиваю, вот не надо. Что? Кто? Что? Я сейчас никого не убиваю, я бы тебя погнал, Изи. Вы видали, как он большой? Ну-ну. 165. Ебануться, просто большой. Ну пошли вы. Извините мои старания. Так. А, пошла нафиг, короче. Хочу искать ее. Только времени потратил, чтобы найти эту тварь. Так я бегу, пошли поищем. Так, а я к тебе пойду. Нет, ты меня быстро догонишь. Я буду медленно идти так. Пойдем искать других. По дороге пойдем, точно. О, вижу след своего кабанчика. Не хочу туда идти. Да, я свернул туда. И туда не хочу идти. Давай, давай. Я Так, а я поменяю. буду идти по дороге. Поменяю пульки на эту ебатню, на эту ебатню. Я сказал, пульки Через поменяю. 5 минут пойду. Вот. Ты. Так, чей-то след? Косуля. А, мне так-то 11 киллов надо же, ёкарный. Забыл. Дурацкая карта, я пошел туда, короче. На другой берег. Ого. Это совсем другой берег. Домик. Рыцарский. Их. Кабанчик 150-240. Может мне его поискать? Вдруг он 240? А вдруг он 150? О, спугнул кого-то. Или нет? Какашки.
Ой, я помню, как мы тут за кабаном шли. Я Вот как сейчас раз в этой местности. за кабаном иду уже минут 15. Тебе надо красться за ним, потому что они убегают и все. Убегают метров с 200 от тебя. Хоть на тебе устранитель запаха, хоть на тебе что угодно, он просто съебывает. Щека метров он 30 меня идет ко мне. Враки. Ну ладно. Вы лучший навык винтовки. Ближайшим на пятый. На пятый? Да. Хуя ты прокачался. Пятый за сколько? За 2 дня? За 3 дня? Да, да. Дабл. Дабл экспириенс. Так бы только второй взял. Швейный позвонок. Швейный. Швейный позвонок. Нахера ты им стреляешь, куда попало? Тогда швейный позвонок. А я не взял манок на... Сука. Бог, питер, а у меня ваш... миссия выполнена. Бе-бе-бе. Твой первый кабанчик вообще. Это не миссия. Да пофиг. Не, миссию выполнил, убить кабанчик. А-а-а. А кто чемпион по грибам, а? Ну, не знаю. Гена? Я. Ты чемпион по грибам. Тогда 3 нашел в прошлый раз. А, нет, тут-то. Я вот а один нашел. Тут не считается. Добудьте вебры, ты же охоты. Ты же охоты. Ну удачки. Надо туда на манок тебе идти, на приманку, то есть на манок. Да. Швейный позвонок отстрелишь. И все. Так, швейный позвонок стрелять? Да. Это изи вообще. Изи, два легких прострелить. Вот это изи. А, и это можно. А швейные позвонки им отстреливать, это просто ты высоко берешь, когда стреляешь и все. Почему я не взял манок на кабана? Не знаю. А еще? Зачем убил? Хорош. Ну не хотел за ним бегать. Вот первый выстрел был легкий насквозь. Чё-то он побежал. Ну он пробежал бы 3 шага и сдох бы. А вот второй выстрел, скорее всего, был в позвоночник. Швейный позвонок. Швейный. Сейчас скажу, куда попал. Добегу до него. Первая лопатка левая легкая, а второй выстрел хребет. Легкая бежит, хребет вздыхает. Миссия 3 маленьких поросенка, задание добыть пепра выполнено. Целиком тебе что ли? Еще одного надо. Мне еще 2 надо. Еще 2? А ну вот. Пишут, что выполнено. Это бежит. Ну там половина задания. Ну они обычно же пишутся одна, вторая часть задания, там тудым, сюдым. Каком? Так вот вепры. Они меня кайтят. Мне еще нужно 2 убить. Так, а я могу с пистолета стрелять? Могу. А где приманка, ты хуево? А? Там на поле, рядом на с вышкой. Ней. На ней все еще точка стоит. Мне надо переставить вышку, эту приманку, кстати. Фигово она вообще стоит, там никогда никого нет. Как это? Молча. Скрины мои, посмотри. Мне нужно еще 2 поросят убить.
поросят и фазана летящего. Нужно переключить ствол, значит. Пистолет. Понял. Помповик. Пятнадцать драм, дерибок, ясно? 15 драм. 15. Хорош. Давайте, кто чемпион? Кабанчики, вы где? Левел обнаружение косуль. О, Малигас, ты просто балуешь меня. Ты добыл? Самка, не думаю, что будет. Самки бывают вообще 10 килограмм? Бывает. Ты уже спрашивал. Да? Надо уточнить. Так, все, я выехал к тебе, короче. А потом буду делать ТП туда. Ту-ту мне потом бежать далеко. Сейчас километр тут пробегу, а потом с ТП-шусь туда и все. И давай, заберу давай. Оба сразу. Обе. Обои. Обе. Вот это 10 не будет. А вдруг она 10? Мало ли. Ну вдруг, вдруг. А да. Ты по следам посмотрим. Не умеешь, да, определять вес? Я нет, я же мало на них охотился. Очень там всего мало. Там 5-й левел, по-моему, надо. Идет рысью. А, это она и та же, я же не подал. Ну ладно, дабл экспириенс. Следы дохлые, лисы. Я тут 5-15 еще следы. Ну и ладно. Давай, давай, иди пани за ней. Потом только. Только потом. Вдруг одна из этих лис. 10. А вдруг ни одна не 10. А вдруг 9, надо 9. Мне убить, блядь. А, ну вот тебя. Надо узнать. Тогда надо ее ранить просто. Смысл? Чтобы она не убежала. Ну, чтобы не могла бегать. Как ранее? Швейный позвонок. Швейный позвонок? Да. Сдохнет же. Это гений уже. Ну так надо аккуратно выстрелить, чтобы она не сдохла. Я в ухо, он косули шмальнул в ухо. Я двух койотов за одну охоту хвост убил. Она через 7 минут сдохла. С лука. Я не знаю, каким хером я попадал ему в хвост, когда он был лицом ко мне, но факт есть факт. Я даже фотка одного есть. Рот залетало и все. Я тут не смогу 11 киллов сделать, наверное. Почему? Выходишь там в поля и там этих кабанов. Ты чё, изи это? Я уже 7 он сделал. Вроде ничего не убивал. А что-то нету никого тут? Гуси, гуси. Уйди гусей убей. Нет, надо с нет, этой надо винтовки. С этой, видишь. Надо крупных животных. Свинки? Ты же полно свинок. Не, нету. Косуля была рядом? Блин. Лиса тут крикнула. Да, этих благородных там должно быть нормально. Там много следов я находил. Там перестрелял, правда, всех, но следов там много было. А, блин, идти по этим следам мне... Хочу так идти, о, благородный, на тебе. Не, ну, я имею в виду, что если были следы, то были животные. Животные я знаю, что были. О, а тут лес срубили. Да, кстати, там пеньки. Косуль много бывает. В тех краях. Косули, лисы там, мелочь всякая. Сколько мне до туда пилить? 600 метров.
Я вижу фазанов, фазаны нужны. Ну блин, мне нужно кабанов идти. Возле приманки лучше не шмалять, да? Ну да. Там вот от приманки, если на нее смотришь с вышки, да? Как бы справа от нее получится поле. За холмиком. Вот там их может быть дохерища. Даже на вышку подняться? Ну да, вообще. Обычно так делают. Ты вышку строил где-то? Нет. Я хочу придержать эти ямы. У меня 200 там с чем-то есть. Я хочу, если на никакой распродаже ничего не будет такого, на Хэллоуин. Вышку же разобрать можно, если... Не, я имею в виду, что куплю приманку медвежью и поставлю все сразу. О! Там кто-то есть. Конец-то. Благородный. Самец. Да. Хорошо. Маги, правда, ой-ой-ой. Лаги. Сегодня мне золотую карту дали, рарную. Хорошо. Тревога, бот. О, у меня есть такой. Ну, простой. Дурацкая карта, я вообще не видел. Я всегда распылял. Не видел ни разу, чтобы ее использовали. Я видел. И прям хорошо использовали? Или так, просто кинули на стол, она сдохла и все? Нет, она менялась пару раз, потом я решил убить ее. Ну, сразу не получалось убить. Не, обычно ее фокусят быстренько чем-нибудь. Друид вроде это кинул, он сразу кинул ее так быстро. Она же с рандомными, да, меняется? Да. Каким-то рагнаросом поменяется. Так, на втором ходу. Йоп. Да, да. Попробуй потом сконтри его. Можно ну, позже, такая жирненькая лисичка выглядит, хорошо. 8,2. Вот тебе лиса. 8,2, я ж говорю, нету. А та? А та тоже что-то непонятно. Ну там самец, может быть, будет. Вот он та, которая была. 10,20? Потолще что ли выглядела. А, да. След бы найти 10,20, я бы пошел до конца за ним. Ой, я гриб нашел. Все, Гена больше не чемпион. Я же тоже мухомор нашел, я мухомор. Я находил. Вот кабанчиков не нашел ни одного. Ну поищи там на этих полях. Только не бегай, не прыгай, они, блядь, левый пиздец. Просто спокойно иди. А когда подходишь к этому, ну, к бугорку этому, там на картах залази на него и смотри. Потому что они могут, ну, довольно близко стоять. Ну или хотя бы в зоне досягаемости, так скажем. Кто-то добрался до своего самца. Им выстрел один труп, как говорится. Фотоюсь-ка я с этим огородным. Вроде рога интересные. 205, неплохо. У меня все равно круче были. 97, 150. Кто-то снимок делает.
А кому-то надоело, кто-то ливает. Ужас, проклятый. А как же кабанчики? Ох, успею. Первую часть задания выполнил, придешь этого кабанчика убить. Надо заодно охоту убить. То есть до следующей охоты у тебя заново будет, нет? Нет. Два кабанчика до тех пор нужно убить за одну охоту. Первого просто убить. Ты можешь когда его убить. Ладно. Просто первый написано добудьте кабанчика, второй добудьте и за ту же охоту. Она тебя все равно может сбросить. Ну посмотрим. Там есть и так, короче. А ты говоришь, ты самку не добил, да, какую-то? Благородную. Угу. Может прям сейчас глянуть, сбросилась, нет? Нет, она сейчас не сбросится, но как в следующую охоту зайдешь. А так оно будет висеть у тебя, типа, ты выполнил. И ты будешь такой радостный, а потом заходишь, тебе все заново. Да как, кого мне надо было убить, что-то хера, я все не мог. То ли три лисы за одну охоту, то ли что-то такое. Бля, как же долго это делал. Потом на работе сделал. Да, три лисы за одну охоту надо было убить. Пиздец, это было тяжело. Эй, херня это все. Ладно, я ливаю, я буду спать. Да, давай. Давайте. User disconnected from your channel. Да, вот она ранена, я ее нашел. Готово. Изи. Лиса след 5.15. Направление трупа лисы. Во, кабанчик. Ух, один выстрел, один труп. Где ты ее убил? А где ты лисичку убил? Там отметил. Но я... Недалеко от этого дальше. Знака вон того. Что-то я трупик не вижу. Я нашел следы 5.15. Даже газанализ я нашел. А где ты ходишь? Она там. И. А там где? В низинке, на высоте, ближе возле к домику? Возле этих, там этих. Контейнеры вот эти стоят, или бочки, что это огромные? Вот ага. Эти. Прям возле них? Прям где-то? Возле них, да. А, ну это далеко. А, вот вижу. Вроде 5.15. 12.2, ну все, отлично. 26 очков. Почти 27. Да, есть, готово. Готово. Вот и все. Изи. Пилов-то. Да. Так, миссии. Мне нужно 5 следов, какашек или криков лисы. И не меньше 11 килограмм, используя блейзер. Убить за ту же охоту. Можно, че? Конечно, туда идти, на новую, либо... Ебанулись. Пойдем либо на новую, ты там быстрее киллы набьешь. Давай, я не хочу тут уж. Тут тяжело. Ну все, мы одно задание выполнили. Одно тебе, одно мне. Вообще все четко. Гена ЛС там тоже каких-то заданий повыполнил. У меня пропал... А, все в порядке. А что мне за письмо пришло? Мне тоже кого-то я не добил? Пришло. А, ты в этом. Так, мне надо что-то еще продать. Я уже 20 это продал. Так, мультиплеер. Наличие, новая карта. Я вообще никого пускать не буду, да, к нам? Я только это френдлист сделаю. Мне без разницы. Все. Так, я сейчас подойду. Давай, давай. Я пока создам как раз.
Так, мне сообщение пришло, кого-то я не добил. Кого же это? Ну, я здесь. Кого-то не добил я. Ладно. Я тоже кого-то не добил. Письмо пришло. И мне письмо пришло. Так, значит, блейзер нужен, да? Хорошо. Значит, кто тут у нас есть? Благородные лисы и косули, да? Бурые медведи тут есть, Ну, вот. манков-то нет на них. Романки свои. Да. Так. Тут... Ой, интересно. О, под завязочку. 1985. Так, ну все, мне нужен след лисы 5.15, и я пойду за ней. It just says invited temp. I don't fucking know. Let's make you. I don't know. We're not. I do not know what the fuck I'm doing with this at all. Ох, давненько из блейзера не стрелял. Эх, надо было лук с собой, наверное, взять. Хотя все не вмещается, блин. Блейзер нужен, и это какая-то хорошая винтовка нужна. А еще ту солочку потом надо арбузить. Там уже ставить.
Авито. Арбалет прицел вот надо бы купить и тоже. Да он Гена сегодня и без прицела стрелял. Да, я знаю, я стрелял. Я больше 100 убил без прицела. Вроде бы. Заглянуть. Да, наверное. Я убил. Арбалета больше 100. Нравился. Не, арбалет шикарная вещь. Это какой больше 100? Даже нет, не убил. Все равно хочу похрить цел. Твой бинокль тот хочу. Косулю с ружья огромного, ружья маленькую косулю. Плохо то, что надо перезаряжать, менять патроны эти. А в том классическом не надо. Да. Он всех и лис, и вообще всех почти бы. Блин, надо брать классику, короче. Срочно. Прям срочно. Да. Будем с тобой два мушкетера. Да, будем бабахать, дымить, ходить. Ну ты уже свою туда обузишь к тому времени. Да. Даже если я ее завтра куплю, то я думаю уже сегодня мы закончим. Сколько у тебя? 10 осталось, да? 8. 8 даже, ну, тем более. Можно и ходить пищать, да лисы будут агриться, хотя мне 5 следов надо. А следы я потом найду, правильно? Да, ну не знаю, попробуй. Да как бы и может быть. Они будут сдалека уходить, убегать просто. Ага. Ходит он, значит, хоть скажет. Заяц. Огромный. Огромный заяц. С ружьем еще и. Да. Как же все-таки Blazer круче смотрится, чем горизонталка в руке. Не знаю, не знаю, вот куплю блейзер, тогда скажу. Да, с этим блейзером 100 лосей погубил. Я на лосях и наобусил блейзер к себе, кстати. На лосях, еще уток стрелял с него. Даже. Даже в соревновании участвовал на уток с блейзером. К какому-то типу зашел, а он в соревновании участвовал. И мне как бы тоже начало считаться. Вы на таком-то месте, вы на таком-то месте. Ну это блейзер F3, а вот еще мне R8 надо. 6,5 на 55 калибр. Там до хера заданий. Да. Так, не то, не то. Блин, 12 килограмм в лесу, вы чуть ебанулись, блядь. Где же я ее найду-то? Только что нашли же. Ну, блин. Сколько искали ее тут? 2-3 недели примерно. Это там.
Так, опять менять патроны. Это благородный. Ах вы, твари все. Перестреляем. Один останусь. Он на ходу же заряжает, да, ружье? Да. Ну и нормально. Кто вот если бы он еще не на ходу, ну, не заряжал. То есть надо остановиться полностью. И только потом. О, медвежьи следы. Лиса 0.10, ну это такое себе. Хотя можно следы поискать, хотя бы выполнить первую часть. Тебе надо самому убить, да? Нет, не обязательно. Просто добыть. Так что если убьешь лису, не важно с чего. Тут не важно. Тут просто нужны все лисы. Так, два следа. Короче, грубо говоря, мне надо найти следы 10-20, выследить эту лису и убить. Ну, типа 10-20, она по-любому будет больше 10. Но не факт, что больше 12. А мне надо сколько? Так. Так, задание. Так, это все херня. На лист где задание? Ctrl-F. А, здесь нет такого, да? Где лисы? Так, упустил лису. Жаль. Лису самец. Так. А, 11 килограмм надо, не 12. А, с Бакшачел F3 мне надо, вот что, блядь, не с любого оружия. С Блей... Короче, лично мне надо будет убить, у вас-то блейзеров ни у кого нет. Всё, тогда я не буду париться, просто всё, буду их парься, наказывать. Да. О, я услышал след лисы, ну, саму лису. Так, это 3. Или 4. Вот это может быть 5-й след. Нет, это... Да, все, 5 следов я нашел. Теперь мне нужна сама лиса. Но эта лиса меня не устроит. Потому что она 0.10. Но, в принципе, от лис я не буду отказываться. Чтобы лис уничтожать, я специально купил 223-ю винтовку. Ну, еще на нее скидка была. Так, раз упустил самца, надо хотя бы самку не упустить. Как так? Я не попал? О, сколько косуль. Там, по-моему, холмик такой был, я не попал в нее, прикинь. Ну да, она бежит. Довольно вот хорошо. Ты. Ну я ее как бы нормально видел, я стрелял-то не пуля.
И все, по-моему, дробины ушли вниз. Хотя кровь-то есть. Но она убежала. Смысл-то мне сейчас за ней идти, да? Да. Раз она 0.10. Чем тебе такая? Хотя кишки такой пишут. Клещ. Я все-таки дроби обсыпала. Может, сдохнет? Может быть. Кишки. Должна, по крайней мере. Там туловище и кишки. Одна дробина, походу, так залетела, одна так. А больше не попал. Там всего их 8 или 9 этих дробин. Флик. Она обосралась тут. Я даже по говну вес могу определять, прикинь. Либо я эти следы уже брал где-то. Сколько же тут следов благородных? О, кишки опять. Потекла лисичка. У благородного тоже кишки, говорят. И... Сдохнула бы. Сдохла бы, сдохла.
Я не знаю, где есть следы больше. Склоны, блин. Так. Да и я не знаю, потеря как. Тут что-то блестящее лежит. Надо досты покупать. Атар ушли, инвизабилити. Тут баг текстурок. Я же тебе говорю блестящие, типа ленты. Да, да, да. Там ты, да? Вот, вот. Да просто текстурка просвечивается. Да. Да, да, такая блестящая. Я поначалу тема. Подумал, что это граница такая. Потом посмотрел, да, границы еще. Да, вот я тут за лицой хожу. Да, тут херовато склеили. Я не знаю, где лиса, я не пойду за ним. Я не могу найти лису. Туловище. О, Гадя Петрович. А я его тоже нашел. Так, что тебе 7 осталось, да? И ты будешь 385-й? Да. Неплохо. А мне очень далеко теперь до всего. Да. Тебе-то тысячному. Доберусь до кобуры вот. Ну давай, давай. Буду так дико арбузить. Это до 600-го, в принципе, не так трудно. По мере возможности, скажем. Поньку, не спеша. У тебя с помповика еще не даст столько киллов? Нет, откуда? Помповика с 357-го. Что там хватает? О, с пистолетов у меня вообще мало чего есть. 44-й, да, арбузить надо, там уже больше 100, конечно. Да, можно было раньше 357-й. Ой, показать эти границу. Можно было на фазанах вообще изи напулять. Теперь нет. Я реально не знаю, куда она пошла, я уже все обыскал. Ну и пошла она, мне не нужна. Пойду следы искать лиси вдоль воды. Давай, давай. А где больше 10, всего 20, лис? Да? Я не знаю даже. Но я думал, они наверху всегда много. Вдоль горы вот это идешь и так вверх и наверх. Но, честно говоря, я не знаю. В этих краях тоже их немало. В принципе, их тут везде много. Ну как ахи, лиси. О, 15-й левел трекинга взял. На лис? Нет, на благородных. Double experience? Double experience. Разве не должен закончиться уже? 20-й. И как там? А нет, еще ты че? Завтра в час вам кончается. Нет. Ну, короче, еще нет. У нас понятно. Разница на часов 6, наверное. А, с этими не 5 там? Где-то 5 часов, кажется. Ну, 5-6, около того. Я точно не могу сказать. О, еще 0.10. Где там? Москва теперь 3, да, вроде? Или да, нет? Да. Меняли вроде. На мы час больше с Россией и Киевом. Ну, с Украины.
Вы перешли на зимнее время. Да. Раньше мы тоже меняли ведь. Можно было бы на час дольше спать. Да. Ой, блядь. Так, ладно. Надо отсюда уходить, потому что тут одни благородные следы. Одни раддиры. Ну ладно, ладно, тебя я застрелю, не уйду просто так. Я такой же, уходите сзади меня. Я тебе даже... Нет, с блейзера не буду тебя стрелять. Мне надо много чего еще обузить, так что... Ого. Ну, 213. Неплохо. Их-то жирных типов там О, у меня тоже неплохой. Прям охуенный. Максимум 240, да, может быть? Нет, больше. У меня больше? Вот на 285 типа определяется. Ого. 195-285. Охереть, он здоровый, сука. Ну точно будем на 200. Будем надеяться, будет 280. Точно на 200, но не знаю, я его сфотаю по-любому. И это 266. Неплохой. Плохой. Да, неплохой. Даже вот так. Делать. Я бы даже место какое занял, наверное. Да, не говори. Надо... Но... Глянуть, это соревнования, как говорится. Как там с соревнованиями, кстати. Так, это соревнования их нету. Одни дрищите попали, попадались бы. Так, Red Deer, где? Red Deer Competition. С арбалета, с дульнозарядного. Надо убить. О, дульнозарядная? Ну, с этого понятно, с дульнозарядного и вышки. Сейчас гляну здесь и здесь. А, ну твое не поддерживается. А, пошли они нахер. Там первое место 268, прикинь. А, ты бы был... Я бы был на четвертом месте. А, на четвертом. Там два по 267 и один 268. Так что... А вот с вышки убить, один на 250 там первое место. 250, 247, 246. А если убить с вышки... И с дульнозарядного.
Ну, ты сам понимаешь. Кто чемпион по реддирам? Ладно, еще бы чемпионом по лицам стать. У меня есть компетишн, первое место по реддирам, так что я чемпион. Так, трофеи. Biggest threat. Самый большой. Я убила на 235 очков, понимаешь? Раньше было 235 очков, самый большой благородный. Я выиграл соревнование на 235 очков. Золотая медаль. Вот в тот момент, когда я вот плотно участвовал в соревнованиях, я дообузил там все по максимуму почти на этих, и там где-то 9-й левел взял на то, где-то 8-й, 7-й на обнаружение, на трапление, вот так примерно. Просто плотно затрачивал их. Потому что у меня не было манка на лосей. Я тогда вообще с лосями был мало знаком, скажем так. Вот самое реальное соревнование, которое выиграть, это лоси и благородные. Потому что на них, кроме манка, больше ни хера нет. На всех остальных есть там всякая моча и прочая херня.